Да вы шутите? Не, сори, парни, я не пойду. Я серьезно. Последние три раза я ходил. Почему я? Как насчет вас двоих, а? Давайте. Иди нахер, чуваки, я серьезно. Это не смешно, я всю дорогу тут сзади сижу. Забудьте об этом. Я не ваша сучка. Решено, я не иду. Разговор окончен. Доперла? Майло не идет. Какого хера ты делаешь, Калем? Калем! У меня пистолет прямо за твоей гребаной башкой. Так что не двигайся. Пускай просто проваливает. Давай, иди. Вали отсюда, мудила. Ой! Эй! Я сказал, свали отсюда! Что там за херня происходит? Оставь его! Что за проблема, чувак? Сваливай! О, черт! Что? У нас бумага кончилась. Мэйт. Что? Серьезно? Бумага для самокруток. I'm not я не шучу, урод! Сваливай! Пошел нахер! Да что за херня? Выкинь его! Кто это? Ты труп, сука! Я сказал, какого хера тебе надо? Что? Слушай, возьми бумагу. Серебристую. Она дешевая. Что мне надо? Я хочу, чтобы ты свалил, мудила. Знаешь что? Нет. Хорошо? Серьезно, ты меня уже достал. Просто возьми бумагу, Майло. Может, еще и Гариба. Ты слышал? Ты, блядь, слышишь меня? У меня пушку в твоей башке. Да, я слышу тебя. А теперь ты слушай меня. Я не твоя сучка. Господи, Майло, успокойся. У него хватит на Хариба. Слушай, у тебя хватает на все. Вали отсюда! В чем проблема, парень? Ну ёб, ты снова за свое. Вежливей. Проси вежливей. Вот что за хрень? Майло. Пожалуйста, будь добр. Ты мог бы не быть таким говняком и просто купи бумаги. Майло, послушай, откнись, это ты послушай. Я ненавижу, когда мною пользуются. Убирайся, как жалкая сучка. Я стреляю. Хватит меня просить. Я серьезно сделаю то или это. And next time, другой раз пойдешь сам покупать свои странные бумажки. Калем! Да.
Вот эту хрень, пожалуйста. И еще бумажку для самокруток. Серебристую. Oh,